Здравствуйте, меня зовут Владимир Сидоренко. Я предлагаю вам начать зарабатывать на заточке бытового, маникюрного и парикмахерского инструмента. С 2012 года я занимаюсь профессионально заточкой инструмента. Владелец собственной мастерской, которая ежемесячно приносит мне доход более 150 тысяч рублей. Сотрудничаю с крупнейшим производителем оборудования и в настоящее время на базе своей мастерской занимаюсь обучением заточки инструмента. За время преподавания я обучил более 200 мастеров от Камчатки до Калининграда. Очень многие из них открыли свои мастерские, достойно зарабатывают, чувствуют себя уверенно и успешно развивают свое дело. В каждом городе, в каждом районе, в каждом поселке есть спрос на заточку. В профессиональной среде – парикмахеры, мастера маникюра, грумеры. В бытовой среде – охотники, рыболовы, столяры, дачники, садовники, владельцы ресторанов, ателье, домохозяйки и так далее. Заточка инструмента – очень востребованный бизнес, который будет нужен во все времена. Я предлагаю вам рассмотреть профессию мастера-заточника, освоить новый навык и реализовать себя в новой профессии. Вы сможете стать мастером по заточке парикмахерского, маникюрного, бытового инструмента, обеспечив себе стабильный и достойный заработок. С 2016 года у меня было доступно только очное обучение. Теперь, с 2020 года, не покидая родных стен, можно пройти обучение заточке инструмента. Это видеокурс, в который я вложил все свои знания и навыки за 8 лет практики в мастерской. Этот курс одинаково будет полезен как начинающим, так и действующим мастерам. Я раскрываю в нем большое количество аспектов, нюансов в сфере заточки инструмента. Изучив видеокурс, вам станет ясно, как правильно затачивать парикмахерский, маникюрный и бытовой инструмент. Какой абразив и технологии заточки я использую. Какими дополнительными приспособлениями я пользуюсь. На каких станках это можно делать максимально эффективно. Вам станет понятно, в какой последовательности приобретать станки и необходимые к ним расходники. Есть три направления. Заточка маникюрного инструмента, парикмахерского инструмента, бытового. Каждый курс дает полное представление о заточке. Каждый курс позволяет обучиться заточке и начать на этом зарабатывать. Вы можете выбрать для себя один, два или все три курса сразу. Что потребуется, чтобы стать мастером заточки инструмента? Чтобы стать мастером и стабильно зарабатывать, нужно пройти 4 шага. Первый шаг – выбрать инструмент, который бы вы хотели научиться затачивать. Второй шаг – пройти обучение. Третий шаг – выбрать оборудование, на котором будете работать. Четвертый шаг – начать практиковать. Все эти шаги я помогаю пройти от начала и до конца. В своих обучающих программах я не только разбираю методы и техники заточки, но и показываю оборудование, с которым работаю. Рассказываю о преимуществах и недостатках. Помогаю определиться с подбором абразива. Почему я на 100% уверен в качестве данного обучения? Обучение по моей методике уже прошло более 200 учеников. Я вложил весь свой опыт, и за 10 месяцев мы отсняли материал в мастерской таким образом, чтобы у вас было ощущение, что я сам лично вас обучаю. Для кого в первую очередь подойдут мои курсы? Если вы хотите сменить профиль работы и найти дело для души и заработка, остались без работы и хотите иметь стабильный заработок, возможно, не хотите больше работать на дядю, а хотите свое дело. Жена занимается маникюром, а соответственно постоянно нужна заточка инструмента, и у нее много знакомых мастеров. Вы располагаете свободным временем и хотите использовать его для дополнительного заработка. Например, вы работаете вахтовым методом месяц через месяц, и у вас есть свободное время. Ищете идею для стабильного бизнеса с наймом сотрудника. Уже занимаетесь заточкой как хобби, но хотите выйти на новый уровень. Предлагаю вам попробовать. Я предоставляю вам полноценный урок по заточке одного инструмента в полном объеме. Вы сами примете решение после просмотра. Оставляйте заявку на сайте, я пришлю вам ссылку.
у вас могут возникнуть вопросы. А с какого инструмента начать? Что и как нужно делать, чтобы стать мастером? Сколько нужно вложений на старте? Как правильно выбрать оборудование? Могу ли я обучиться без станка? Эти и многие другие вопросы я могу прояснить вам лично. Оставляйте заявку в форме ниже, и я вам подробно отвечу на все вопросы.